Сравнивать себя с другими – это ловушка, в которую мы часто попадаемся. Каждый из нас уникален, со своими сильными и слабыми сторонами. Когда мы начинаем мерить себя по чужим успехам, мы не просто теряем уверенность, но и обесцениваем свои достижения. Билл Гейтс прав, это оскорбление для себя. Вместо того, чтобы завидовать, лучше сосредоточиться на собственном пути. Каждый шаг, который мы делаем, это наш опыт, наша история. Давайте ценить свои усилия и стремиться к личному росту, а не к сравнению с другими. В конце концов, важен не результат, а процесс.